Сегодня мы с вами тестируем кресло Кенга. У данного кресла категория 9-25. Его вы можете использовать от 9 месяцев до 4-5, даже иногда 6 лет, в зависимости от того, какого размера ваш ребенок. У данного кресла есть внутренняя вкладка. Она очень мягкая, и малышу здесь будет комфортно, даже самому маленькому. Есть три положения ремней. Вы регулируете их по росту. От того зависит, как растут ваши плечи. Ремень плотный и снимается, потому что когда ваш малыш вырастет и в зоне паха ему будет некомфортно, вы всегда можете закрепить это кресло ремнем безопасности через красные пазы, либо справа, либо слева. Кресло имеет комфортный наклон для малыша. Вы можете легко установить его в автомобиле. Кресло ставится по ходу движения. Ремни вы легко отрегулируете с помощью кнопки, которая имеется рядом с ногами малыша. Нажимаете на кнопку и тянете именно за верхний ремень, иначе ваш смотрим это кресло с наклоном сбоку. Посмотрите, легким движением руки, опа, и кресло становится под углом наклона. Особенность этой модели в том, что у нее есть система крепления изофикс и якорный ремень. Кресло вы можете поставить как на систему крепления изофикс, так и нет. Легким движением руки вы можете это универсальное средство для крепления кресла вытащить. Раз, кресло стоит на изофиксе. Якорный ремень, по-другому называется топ-тетер. Его вы легко можете снять, либо использовать кресло с ним. Эта защелка застегивается за автомобильное сиденье сзади. У этого кресла, кроме изофикса, якорного ремня, наклона и топ-тетера, есть боковая защита. Кресло имеет хорошую систему безопасности. Кресло съемное, вы можете полностью его постирать как сверху, так снизу. Он легко снимается легким нажатием руки. Кресло разбирается, вы можете отрегулировать ремни, либо вообще их снять. Легко это делается с помощью нажатия на кнопочку. Вы вытаскиваете пазики и разбираете кресло, чтобы помыть его, либо наоборот отрегулировать ремни безопасности. Кресло одобрено стандартами безопасности.